Пограничные войска берут 100% здоровье. То есть там никто, во-первых, мы анализы все проходили, мы проходили тестирование психологов. Если даже кто человек когда-либо принял наркотик, вот в любом возрасте наркотические вещества, даже не сильные, как вот кто-то думает, там, есть не все, любые наркотики — это сильнейшие вещества. То у нас брали анализ крови, срезы кожи, волос, и по ним определяли уже спектрально, то есть все этого человека браковали, и ты никогда не мог попасть в элиту. Пограничники — это элита, я так могу сказать, да? Моя супруга, она говорит, ты знаешь, я, говорит, ну, пока молодая была, говорит, вот я сразу выделяла пограничника, и моя вот хотела судьбу связать именно с пограничником. Я говорю, а почему? Ты знаешь, говорит, потому что я знаю, что пограничники служат своему народу, они никогда не предают. И вот главная вещь в жизни, вот в нашей семье, это не предавать. Она говорит, я знала, что ты здоровый парень, ты не какой-то там...